Здравствуйте! Я обращаюсь к всем тем, которые еще сомневаются в очистке биопола и дома. Дорогие мои, не сомневайтесь, это того стоит. Да, в глубине души мы все боимся того, что услышим, но мы все чувствуем, как с нами кто-то очень плохо играет, истощает нашу энергию. Мы всегда плохо чувствуем себя и не можем сказать, почему. В доме постоянные ссоры, какие-то бессмысленные и болезни. У меня тоже так было. Но сейчас все кончилось. Ура! Дорогие Влад и Вера, огромное спасибо вам от моей души и от меня, от моей всей семьи и также Цукурса и Греты. После чистки я себя чувствую очень гармонично. Дома у нас сейчас радость, смех, никаких ссор, никаких криков, разногласий. Такая счастливая семья стала. И я очень хорошо сплю. У меня такой крепкий сон. И дома я себя чувствую очень... Я чувствую такое очень большое спокойствие и любовь. Раньше всегда мне было так, что дом новый построенный, да, и всегда раньше было так, что я нахожусь в доме постоянно, ну, весь день и работаю дома, да, и мне было так, когда я хотела очень так резко убежать, что такое чувство было, что кто-то душит меня, и так, ну, неприятно очень. А сейчас так нету, все поменялось. Я хочу быть дома все время, никуда не хочу уехать, и мне надо никуда бежать. Ну так очень хорошо я себя чувствую. И да, хотела сказать, что эту картину я сожгла сразу после того, как я прослушала запись и потом прочитала манифест. И я очень-очень-очень вам признательна за возможность услышать моего куратора. Мне это было очень необходимо. Я получила столько информации, которая сейчас мне помогает сложить вместе общую картину и понять, почему я так себя чувствовала, и что было то, что я увидела в своих медитациях. И, в общем, это самый большой подарок, который я получила сейчас, свой день рождения, могу так сказать. И огромное вам спасибо за это. И сейчас я учусь очень много. Учусь идти в глубину, молчать, прислушиваться, слушать и слышать. Это для меня очень сейчас трудно, потому что я болтунья все время говорю. И сейчас я очень так строго себя учу молчать и прислушаться. И услышать. Главное — услышать. Да, ребят, спасибо вам большое. Очень, очень благодарна вам. До встречи.